Как феи из сказки. Она светится, как солнце. Она танцует, как пушиночка. Напрыглась? Напрыглась. Мне так есть хочется, сил нет. Инга, где молоко? Убежала. Опять убежала? Не могла 10 минут постоять у плиты? Могла, но забыла. Ты, наверное, тоже есть хочешь. Нет, я поела. Честное слово. Честное слово? Честное, честное. Опять свечу зажгла? Она умерла. Мадам Бонасье умерла. Меня никто не спрашивал? Нет. Ты давно дома? Давно. Скучала? Нет, я читала «Трех мушкетеров».
Там на каждой странице убивают столько людей, что у нас свечей не хватит. Я сама. Кто это приходил? Старик из 25-й квартиры. Жаловался, да? Разве ты что-нибудь натворила? Нет, я просто так спрашиваю. Он принес работу, просит перепечатать. Оказывается, он стихи пишет. Стихи? Мамочка, когда я вырасту, я ведь стану еще лучше. Такой же красивый, как ты, да? И мы улетим далеко-далеко. На самолете можно улететь куда захочешь. Глупенькая, улететь можно, но куда от себя убежишь? А зачем нам бежать? Мы улетим вместе, и нам будет хорошо. Хорошо там, где нас нет. Только счастливым людям везде хорошо. Летим с тобой туда, где нас нет. Да, полетим туда, где я давно этого жду. Мы с тобой сейчас летим высоко-высоко, кругом облака, а на землю падают серебряные звезды. Мама, а что бывает, когда звезда падает? Сбываются мечты. Мамика, ты только не открывай глаза. Мамочка, ты думаешь, что мы действительно летим? Я все это придумала, мы играем. Инга! Девочки, вы не видели Ингу? Она там внизу играет. Инга, ну что ж? Иду! Сбегай быстренько за молоком. Не потеряй деньги. Меня никто не спрашивал? Нет. Вот сколько у меня денег. Даже на мороженое хватит. Хочешь пойти вместе со мной? Идем.
хочешь молока? Нет. Хочешь молока? Попей. Ты хорошая собака, пей. Пей. Ты, наверное, голодная. Не бойся, пей. Что она здесь делает? Дядя, это ваша собака? Что? Это ваша собака? Нет. Но она кого-то ждет. Здесь утонул ее хозяин. Давно? 3 месяца тому назад. Наверное, новые жильцы. Ой, машина застряла. Как же мы пройдем? Куда же ты? Ничего не соображаешь. Зачем тебе метла? Ребята, ребята, а он не мой. Не мой. Подождите. А правда, для чего тебе нужна эта метелка? Она фиалками расцветает. А как она называется? Багульник. На голову. Но подожди, я все о маме расскажу. Она тебе еще покажет. Бедняжка в поте лица своего добывает кусок хлеба. А ты? И вовсе не в поте лица своего, а печатает на машинке. И вовсе не один кусок, а много кусков. Д'Артаньян обнимал труп. Черт знает что.
красавица. Он будет красавицей. А ты как старый. Здорово, давайте, давайте. Давай играть в красавицу. Я не умею. Ничего, мы тебя научим. Раз, два, три, четыре. Захотела мышка сыру, стала крошки собирать. Раз, два, три, четыре, пять. Становись в круг. Ну чего ты стоишь? Танцуй. А верно, странный тип. Он прекрасен, как бегемот. А волосы у него синие, как море. У него ноги, как лапы у гуся. А руки у него маленькие, как у великана. И шея длинная, лебединая, как у альца. У него глаза, как у филина. А зубы, как у крокодила. Он похож на индика. А походка, как у петуха. Нет, он ходит, как верблюд. Нет, нет, он настоящий поросенок. Поросенок? Правда, правда, он поросенок. Поросенок, хрю-хрю-хрю. Поросенок, хрю-хрю-хрю. Поросенок, хрю-хрю-хрю. Куда же ты пошел? Вернись. Не хочет, не надо, будем играть без него. Инга, выходи, танцуй. Инга, остановись, танцуй ты. Давай, Инга, танцуй. Почему ты смеешься? Когда мы играем, меня всегда выбирают красавицей. Тебе? Какая же ты красавица? Инга, пойдем играть. Я больше не хочу. Почему? Так просто. Ты знаешь, какой он? Он курит. Даже у нас вся ванная дымом пропахла.
Дедушка, они расцветают? Что? Вот эти метелки. Слава богу, нет. Знаешь, девочка, пока метла расцветет, у сороки уши вырастут. Неужели ты поверила, что метелка может цвести? Багульник. Багульник? У нас не бывает таких цветов. А это не цветы, а метелка. Мы метелками не торгуем. Это необыкновенная метелка. Она фиалками расцветает. Вот комик. Фиалки на метле. Сходи на рынок, там все бывает.
Рекс уже нагулялся. Спасибо. Знаешь, мама хочет продать его. Почему? Она говорит, что у нее нет времени гулять с собакой. Не надо ее продавать. Я буду каждый день приходить. А когда я поправлюсь, мы будем вместе гулять. Ладно? Скорее выздоравливай. Погуляем, покурим. Я не курю. Ну, я пошел. Не волнуйся, все обойдется. Мама, я сегодня на улице видела очень смешную собачку. Лапы у нее короткие, кривые. Как называется такая собака? Такса. Не мешай мне. А почему у нас нет такой собачки? Только этого нам не хватало. Ложись. Но собаки настоящие друзья. У тебя мало друзей? Новый мальчик сказал, что я некрасивая. Этот мальчик ничего не понимает. Иди ко мне. Посмотри. Видишь? Ничего не вижу. А я вижу метлу. Она вся расцвела фиалками. Фантазерка, ложись. Ну, ложись. Ложись, дочка. Мама, а ведь бывают метелки, которые могут цвести. Мама, ты кого-нибудь ждешь? Жду. А вообще-то это не важно, жду я или не жду. Я ведь тебя каждый день спрашиваю, приходил ли кто-нибудь. А ты отвечай. А кто должен прийти? Это тоже не важно. Я тебя спрошу, а ты отвечай. А я и отвечаю. Ну и хорошо. А теперь спать. Ну, маменька. Спать, спать. Ну, отдай, уже пожалуйста. Поздно. Ну, хватит. Отдай. Спи. Инга, что я тебе сейчас скажу? У нас уже в ванной больше дымом не пахнет. Ну и что? Не мой заболел, он лежит.
и на улицу не выходит. Да кто его пустит? У него же страшно высокая температура. Чего ты не ешь? Попробуй, это очень вкусно. Тебя же сегодня не кормили. Поешь. Хорошая собака. Поешь. Ну, пожалуйста. Не лезь. Ты же видишь, что она не берет у чужих. Вижу. Ты болеешь? Болею. А зачем же ты встал? А кто же будет кормить собак? Не беспокойся, я покормила их и со всеми погуляла. Никто тебя не просил. Тогда я ухожу. Что ты скажешь? Сами уехали и оставили собаку одну. Нет у людей совести. Держат животных, а ухаживают, пусть другие. Отпускай, сынок. Давай. Сами, небось, прохлаждаются, а она тут разрывается от лая. Стой, стой, стой. Вот так. Джерри, ну, беги, иди Джерри, сюда. Сейчас тебе дадут поесть. Иди сюда, поесть. Хороший. Сейчас Бедняга. Я тебя покормлю. Джерри, иди, иди. Какая красота!
красивая солнечная комната. Где? А под окном растут деревья и цветы. Где ты видишь цветы? Нет там никаких цветов. А я бы посадила. Что ты все время ходишь за мной? Отстань, слышишь? Да чего она уродливая, противная? Сама ты уродливая. Посмотри в зеркало, обезьяна в веснушках. Чучело гороховое, кривляка. Зачем ты ее обидел? Зачем ты обидел девочку? Я сказал ей правду. Правду. Иногда правда бывает горше лжи. Иногда правда бывает жестокой.
почему вы здесь сидите? Здесь был мой дом. Его больше нет. Хороший был дом. Где? Вот здесь. А пустыря не было. И вы что, жили в нем? Жил. Когда был маленьким. Разве вы были маленьким? Был, только очень давно. Таким? И таким. Вот здесь была моя комната. Где? Вот здесь. Тут было окно. В углу шкаф. Рядом письменный стол. Горела лампа. На стене висело зеркало. А тут стоял диван. Садись. Как интересно, я у вас в гостях. Да. В жизни все меняется. Когда вырастешь, поймешь. А рядом была комната моей мамы. Разве у вас была мама? И мама, и бабушка, и три сестры. А где же они? Они все погибли. Их убили на войне. А как же вы? Остался один. Вы потому и сердиты, что их убили? Нет. Разве я сердитый? Я старый. Посмотри на небо. Видишь слона? Вот он, вот он. А вот и нет. Инга. Спряталась от меня. Я репетирую. Мадам Бонасье вздохнула, и ее рука послала Д'Артаньяну воздушный поцелуй. Странную пьесу ставят в вашей школе. «Три мушкетера». Ты читала? Читала. Д'Артаньян любил мадам Бонасье, а она умерла. А если бы он не любил ее, все было бы не очень хорошо. У тебя голова забита всякой ерундой. Книги читаешь не по возрасту. А какой у меня возраст? Детский. Мама, я уже взрослая, я уж совсем взрослая, хоть у меня убегает молоко, и нечего меня обманывать. Пошли играть. Поиграем в красавицу. Инга, что с тобой случилось? Ты заболела? У человека плохое настроение. Отстань, пигалица. У меня, между прочим, есть имя. Инга, кто тебя обидел? Уходи. Thank you.
Вот здесь. Иди. Иди. Я не пойду. Тебя же никто не съест. Не бойся. Красавица вышла. Иди, иди, не бойся. Смелее. А я тебя здесь подожду.
Я тебя достану, багульник. Честное слово. Здравствуй. Здорово. Что это у тебя? Ножницы. Мой дедушка был сапером. А на что они тебе? Колючую проволоку перерезаю. Хочешь, потренируемся вдвоем. Зачем мне твои ножницы? Я же пойду в пограничники, и у меня будет овчарка. Будь другом. Скажи, где растет багульник. А для чего тебе? Очень нужно. Я отдам тебе ножницы. Привал я вам твои ножницы. Инга! Ты почему здесь сидишь? Пойдем домой. Не могу. А что случилось? Я жду. Кого ты ждешь? Не говори так громко. Идем, простудишься. Я жду. Я уйти не могу.
Опять что-то придумала. Мама, я некрасивая, да? Не говори глупостей. Этот мальчик правду сказал. Я просто уродина. Инга, посмотри на меня. Разве я красивая? Не знаю. Тебе пора знать, Инга. Я даже очень некрасивая, и ничего с этим не поделаешь. И к некрасивым приходит счастье. Не одно только одиночество. А мы не одиноки. Нам и вдвоем хорошо. Мама, у меня был отец? Был. А где он теперь? Не знаю. А письма ты ждешь от него? Мама, я на днях видела собаку. Она все ждет своего хозяина, а он давно утонул. А люди ждут, если знают, что человек не вернется. Ждут, доченька. Ждут, потому что верят. Ждут и надеются. Мама, слышишь? Нет. Багульник запел. Мама, поиграем в красавицу? Я не умею. А тут нечего уметь. Ты только сиди и слушай, а я буду говорить. Ты так прекрасна, у тебя лебединая шея. Твои волосы отливают золотом. А твои зубы словно жемчужины. Твои глаза как море. Твоя кожа как бархат. Ты моя царевна из сказки.